Вопросов больше, чем ответов. Это очень интересно. Домашнее задание получили. Будем готовиться к следующему занятию. У меня тоже пока что вопросов больше, чем ответов. И, еще больше, вдохновения, наверное. Идеи появляются. Интерес такой, ничего подобного вообще мы не знали, не знаем. Теперь начинаем познавать, думаю, тоже примкнем, что-нибудь из нас получится. Вообще, ранее у вас было такое четкое представление о заработке в Ютубе? Нет. Нет, откуда бы? Мы как бы знали, что это теоретически реально, и люди как бы это делают, но мы не лезли туда. А сейчас есть хоть понимание, хоть немного, вот с чего, как зарабатываться в Ютубе? Теперь, да, есть. Схема какая-то появилась уже? Что-то появилось в голове, идей очень много. С чего начать, пока не знаю, нужно что-то выбрать. С темой уже, видимо, определяетесь, я так понимаю. Конечно, обязательно. Сначала надо все обдумать, по полочкам разложить, четкий план действий составить. И начинать. Стартовать надо. В принципе, вот вы уже, наверное, тему свою знаете, примерно о чем будете делать свой блог. Да, придумали. Уже есть. Я думаю, что на следующем занятии, наверное, вы об этом заявите. Ладно, еще остается интрига. Ну, все, да. Хорошо, ладно, спасибо. Спасибо.